ТГ Симпла. Что написал? А, он там голосовое, блять. Чат, я боюсь включать голосовое. Что написал? Напишите, пожалуйста, текстом. Там норм, окей, ладно, я вам доверюсь. Есть там запретка? Что у нас? Голосовое здесь. Какое, включи. Что в Рскуфа задели мои слова про то, что он тупой в плане КС. Как? Он решил высказаться. Я так и не понял, что он там промычал в моей бабе или еще что-то такое. Несмотря на то, что ты сидел на своем бате все эти свои 55 лет, то сейчас так не получится. Будь готов, что можешь получать. О. Ну это все в каташке? Подожди. Бифы в интернете, в интернете. А что сказал? Брат, я не знаю, что Овер сказал. Чат? Что сказал Овер? Нет. У нас есть чат. Нет, я не помню, что Овер такого сказал, что вызвало такую реакцию у Сани. Вроде он ничего не говорил. Когда вы кажете, ничего не говорил. Нет. Ну, именно, но он все равно, он на супер френдли типа говорил. Нет, он наоборот, он знаешь такое, ну, а еще ГС. Подъехал, но он говорил типа. А, вот. Но это было 3 часа назад. Ага. Не, это то, что это мы слышали. Это мы слышали. Он сказал, мой хуй в его жопе. Чем? А, Овер так сказал? Не знаю, я, наверное, это не слышал. И что там новое? Пацаны, честно. Simple vs CS. Я следил финал. У меня сейчас 4:53 утра. Так. Я смотрел финал. Было очень интересно. Так. Очень классный финал. Вспомнил, как мы играли против Фейс. Когда проиграли на Нюке 16-14. Ну? А, что значит, кто создал этот, не то что мем, эту пасту? Первый кто случай. Это сделал? Какую? Расскажите Simple мне вернись. Об этой линии. А, Simple вернись. Вот она пошла. Мы, ребята, поддерживаем. А что, ну, блядь? Почему бы и нет? Почему бы и нет? Уходить рановато. Рановато уходить. Посмотри, блин, на Апекса, блядь. Овер сказал, мой хуй в его жопе. А Саня послышалось, мой хуй в его бабе. Не-не, Овер бы им так не сказал. Я не ожидал вообще такого. Я понял. Не ожидаю. Я понял. Типа он не так услышал. О, у Сани что вышло, голосовое? Голосовое включи. Включаю. Там нет плохих слов? Нет? У тебя голосовое? Ну, включай. Так. Counter-Strike. Так. Он уже останется в эксперт. Там надо стрелять. Наш бой, так, без игры. Следующий 10 месяцев. Батя Овера. О. Или хэштег Counter-Strike. Выкупи Симпл. И тогда у меня появится возможность записать концерт. Потому что что не так-то уж просто начать играть в КС профессионально. Саня спит, а? Ничего не прошло. Бля, представьте, он реально спит. Организация. Так. Во сне записывают. Которые... Они живут уж? Это очень дорого. Чё, брат? Да. Короче, я сказал то, что я вернусь в киберспорт, если Лёха Пчёлкин купит себе BMW. Бля, брат, а там как будто ой, кто-то бля, есть. Да, нахуй, да, ну. Там пошли. Брат, пошли чуть куда-то. Иди на мост, через мост и пошли к собой. Иди нахуй, блядь. Я тебя позову, блядь. Так, Саня, там важно. Включай. Вообще сообщение важно. Саня, заебал хапать. Саня, хватит онлайн догонять. Контента дает. Давай. Так. Ладно, Леха, не обижайся. Я же помню, как ты пытался проплатить чувакам, которые выиграли нас. О. В Москве. О, Москва тут. Какой это год был? 14 или 15? Ну, брат, я вспомнил. На каком-то турнире. Я помню, как ты пытался им проплатить бабки. Чтобы мы прошли дальше, а они дисквалифицировались с турнира. Не обижайся. Леха, я помню то добро, которое ты пытался сделать ради меня. Ради меня, кучера, ангелы, Доси. Ты останешься в наших сердцах навечно. Как похоронил его? Как он его, брат? Заживо похоронил. Скажи, пускай фотку с бандикой выложит. Если сейчас Овер выложит фотку, реально вот такую, понял? Типа, серию. Брат, что там? Еще голосовать. Лех, заебал, ну хапать онлайн уже, хватит.
Пацаны, пацаны, у каждого есть свои, типа, проекты. Я когда-то скамил на ножи. Так, легенда. Мне было 16. Овер когда-то хотел подкупить чуваков. Да. Ему было 40. У каждого свои минусы и плюсы. Ни за что винить. Нужно лишь исправлять свои действия. Правильно. Саня! 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 Что за х***? Прикинь, брат. Мы сейчас... Брат, это сейчас пиздец. Саня, и тут, и там показывают. Блядь, еще голосовать. Встаю. Чувак, я контент подъехал. Брат, поехала. Пытался сделать курсы, чтобы себя выкупить, не получилось. Нужна помощь. Брат, еще голосовой. Бля, как будто мало 7 секунд, брат. Не появился? Это 7-секундная, брат. 7-секундная. Не, Шма, я жду. Ну по таймингу, по идее, легенда, каждую минуту, брат, проходит. Каждую минуту? Да, следующую. Он просто знает, что у меня стрим короткий. Чисто хочет успеть контент завести. Бля, настоящий брат. Брат, еще голосовой ключи. Поклянись. О, 25 секунд делаешь. Давай. Не, если сейчас без шуток, то когда он сказал, что там... Когда Слава сказал, что там, типа, на яхте будете курить сигару, может, я не расслышал, но... Возможно, он не так услышал. Показалось, что он сказал, что там про бабу, еще что там. Поэтому ты про бабу ошибся, я про твоего папу. Ой-ой-ой, дабли. Идем. Как будто, знаешь, по Симу соскучился, брат. Где голосовые? Как будто, бля, вайба нет, был без него уже. Пацаны пишут 7 минут без Симпла. О, голосовой, клянусь! Я же испугался. О, бля, брат, ты че, родной? Ебать, брат, 8 минут. Ребята, я уже похудел, хватит пусть эти KFC фотки, пожалуйста. Да, вы знаете, к кому я обращаюсь. А как его подъебать? Гады, зачем вы подъебать? О, Саня! Да? Слушай, включай. It's my friend, Александр. Подожди, ты. Я не понял, что это было. Это трек, брат, это всем трек. Короче, давай выдал. Все, брат. Сразу. Саня, молодец, знаешь, контент про ну. Видео посмотри. Сейчас. О! Ахаха, хорошее слоумо, Вадя. Найс на турнир едешь, когда я на них не играю. Опа. Офигел, что ли, Вадя? Подожди. А я в этом был? Был. Как? На. Маленькая в море. Мальта. Мальта. Вайпс. Не, если по факту, вот все мои знают, я только начал летать. Ты бы до этого ползал? Брат, ну я не знаю, мне сложно было из дома выпхать, понял? Очень сложно. Сань, вернешься, вернешься в КС, могу на каждый турнир твой летать. Хочешь? Поглянись. Ну, на который захочет. Сань, ты в чате, маленький. А, так. Так он еще и стримит. А хули скуфа на место не поставил? Ты же говорил, что он дурачок. Опа. Сань, вот если без шуток. Я не знаю, какие у вас могут быть проблемы с овердрайвом. Это такая пусечка в жизни. Он, ну, я не знаю, но он очень добрый. Он еще, чтобы ты понимал, он еще в отеле украл этот мини-бар. В натуре? Да. И положил ее себе в живот. А кого выкупать надо? А, у Нави? Угу. Там, я увидел что-то. Я там бай-аут, думаю. Серьезно. Там сумма пиздец, да. Сколько будет сумма примерно? Бай-аут, симпла, у Нави? Да любой может быть вообще. Опа. Алло. Алло. Ага. Так, то, что он пьяный, это я цитирую. То, что он пьяный свин, это мы с тобой обсуждали. Ты что до этого Селюка на стрим позвал? Селюк это кто? Не знаю. Это про Рину? Это про тебя, что ли? Брат, он грузин. Я при чем? Селюк, кто такой? Что такое? Это житель села. А, в натуре? А я при чем вообще? Может, про меня? Про тебя? Да. Почему? Не знаю. У нас тут двое, вариантов-то немного. Ну. Либо он.
Я надеюсь, это не про водителя Сань было сейчас. Потому что это вообще минусрев. В интернете бифы, бифы в интернете. Леху я люблю, а это про меня, значит. Но в мою сторону что загрызть? Брат, а что Рина сделал? А что я сделал, я не понял. Не, Рина военный. Я Ирина, если что, твой фанат. А вот что такое, Ромберг? О, приехали. О, прикинь, мы реально приехали. Так, и что нам надо? А, вот он, нахуй. Трансфер, вот шма. Ну подождем. Сань, ну что ж такое-то? Санечка, родненький. Что сделал? Он пишет, не знаю Арину, знаю только Арину, но это уже не для обсуждения. Как-то так он написал. Он, походу, перепутался. Не, брат, Ренат очень хороший, правда. Санечка, целуем, любим тебя. Ну, я точно. Ты знаешь. Хоть ты мне отвечаешь, конечно, отвратительно. Ну, ничего страшного, я на тебя обижаться за это не буду. Тебе привет передает, брат, обнял его. Сейчас побудет. Кто привет? Саня. Я не знаю, что, как автор-пати, что там вообще делают, я не понимаю. Сань, привет. Надеюсь, все хорошо. Счастья, здоровья, любви, удачи. Не болей. Лучше кушай, больше спи. Соблюдай режим. Я вот это. С женой развожусь. Вайбу дал. Ты легенда. Ты умеешь мне сказать. Откуда ты достал это, брат? Ты умеешь мне. Знаешь, ты что, в конце вот типа. В конце все, понял, все, что было, надо. Ну, понял. Я умираю. Просто. Брат, у меня все хорошо, Ребят, представь на свадьбе Зубарева, слышишь? Желаю вам всего хорошего, всего на лучшее, я вот разоружусь. Я написал ему такое. Саня скинул 15 знаков вопроса. Я бы сказал бы 14. Не знаю, я на обум. Ребят, сколько там знаков вопроса? Скажите четкое количество, пожалуйста. Передай Лехе, что он мне после развода два телефона должен. Подожди, что написал. А у него два за один. У него вот два. У него сейчас телефон, Сань. Делает плюс-минус, как ты ему тогда телефон сделал, у него вот так же тебе телефон делает. Не, подожди, я ему должен два телефона. Ну, он тебе Драгонлор потом подарил за 650 тысяч. Он проиграл мне. Брат, считай, подарил. Как ему до этого ножики дарили. Кстати, мне нельзя смеяться. У него моих скинов очень много. А зачем смеяться? Саня, дай скины. Шучу. Там Саня написал пост. Открой. Понял. Соскучился, знаешь. Спокойной ночи. А, это девочка написала. О. Нави не нужен симпл. Саше нужны Нави. Есть те вещи, о которых сложно говорить. Бля, прочитай по-братски, трудно мне. Ебать, я алфавит начал вспоминать. Нави не нужен симпл. Саше нужны Нави. Есть те вещи, о которых сложно говорить, но мотивация никогда не пропадала. Искренне очень рад, как играют ребята, но им иногда не хватает профессионального эгоизма, и это меня злит. Этого недостаточно для эры. Нужно больше времени, и оно у них есть. Жаль осознать, что я не часть команды, родной команды, ведь с ними я с 2016 года. Поиграл на лане впервые, даже если это и был шоу-матч, игра ощущается по-другому, как будто утюгом не нужно пользоваться. Видел сегодняшние эмоции Юстика, знай, твоя аура становится все лучше и лучше. Овер, ты прости меня, но у меня есть свои причины к тебе так относиться. Да, много где я не прав, но и ты ведешь себя как я, когда мне было 18. Сейчас я обрел отношения, наконец почувствовал себя счастливым, возможно, ненадолго. Шучу, всех обнял. Надеюсь, кого... Это ты от себя добавил? Нет. Нет, он читает. А реально? Он просто так читает, а я сейчас дам ему. Я всех в Европе. Всех обнял, надеюсь, когда-то вернусь. Надоело ничего не делать. А вернусь я точно сильнее. Дело во времени. А, брат, добрый. Как прочитал. Очень хорошо было, брат. Спасибо. Бляха, брат, я тебе придумал еще... Это конец стрима, идеальный. Да урод, брат. Просто закончили, понял меня?